Я предоставляю слово руководителю управления внутренней политики Алматинской области Сарыбаеву Валиаскару Тулендиевичу. Аса, кадрменді жас достар, құрметті ата-аналар, құрметті әріптестер, сіздерді біріншіден облыс әкімінің атынан Қазақстан Республикасының Конституцияның 20 жылдығымен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Жалпы алғанда Талдықорған қаласында, Алматы облысында балалардың денсаулығы үшін спортпен шұғылдануға барлық жағдайлар жасалуда. Соған байланысты бүгін Қазақ Республикасының ата заңымызға 20 жыл толуына байланысты арнайы турнир өткізіп отыр. Соны ұйымдастырушыларға біріншіден көп-көп алғысымды айтамын. Балалар біздің болашағымыз. Балалар мемлекетіміздің тұғырын ұстайтын осы балалар. Ертеңгі күні Жетісу командасында да ойнайтын осы балалар сіздер боласыздар. Сол себептен шын жүректен сіздерге мына турнирде жеңіс тілеймін, табыс тілеймін. Уважаемые друзья, родители наших детей, тренера, афганцы, разрешите от имени Акимата Алматинской области поздравить вас с 20-летием нашей Конституции. Пожелать всем крепкого здоровья, счастья, мирного неба для наших детей. Футбол – это массовый спорт, заменяет даже иногда и религию. Футбол не знает границ, поэтому, что вы привели своих детей играть в футбол – это здорово. Поэтому разрешите турнир, посвященный 20-летию Конституции Республики Казахстан, объявить открытым. Слово предоставляется председателю областного совета ветеранов войны в Афганистане, организатору вот этого мероприятия, соревнования, Жанабаеву Кайрату Темиргалиевичу. Құрметті біздің жас спортшылар, жас футболшылар, құрметті ата-аналар, құрметті осы турнирге қатысып отырған тренерлер, судьялар, жалпы қонақтар, ардагерлер. Бүгін біз футболдың осы турнир ашылу салтанатын осы жерде ұйымдастырып отырмыз. Өйткені біздің атазанымыздың биыл 20 жылдығы. Сондықтан да осы мерекені атап өтіп, әрқайсыларыңды осы жерге жинап, міне футбол ойнатуға, біз осындай бір үлесімізді қосып жатқанымызға сіздермен бірге өте қуаныштымыз. Сондықтан да осы жас түлектерімізді біз тек қана футболдың алаңына емес, осы Талдықорған емес, бүкіл осы дүние жүзіне танымалы футболшылар болады деп біз сенімдеміз. Осындай жастан бастап бұлар ойнағаннан кейін ата-аналар, сіздерге көп-көп рахмет, сіздер футболға осы балаларды алып келгендеріңізге. Бұлар әрқайсыларға бір-бір жұлдыз болғанына біз сенімдіміз. Болашақта біз ойлаймыз, әрқайсысы осы біздің Қазақстанымыздың футболын жоғары деңгейге көтереді дегеніміз. Уважаемые участники соревнований, наши дети, уважаемые родители, сегодня действительно очень большой день, праздничный день футбола, посвященный Конституции нашей страны. Каждый из них в будущем вырастет достойным гражданином нашей республики. И я думаю, что каждый из них будет нести высоко знамя нашей страны. Сегодняшний детский футбол как никогда нуждается именно в таких тренерах, которые вот стоят сегодня здесь, потому что наш футбол только стоит, я думаю, на стадии очень больших высот. И эти дети в будущем, я думаю, будут настоящими чемпионами нашей страны, чемпионами мира, чемпионами Олимпийских игр. Вот они среди нас стоят. Поэтому хочу вас еще раз поздравить, и пусть победит сильнейший. Спасибо. Слово предоставляется спортивному директору профессионального футбольного клуба ЖТСУ Александру Афанасьевичу Никулину.
Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте, участники сегодняшних соревнований. Ну, в первую очередь, я хотел бы поблагодарить наших воинов-афганцев, людей, которые, исполняя интернациональный долг свой, многие погибли, но память о них жива, и мы все с вами должны это не забывать. И вам, дети, хочу сказать, что вот именно вот в таком возрасте я тоже, наверное, начал играть в футбол и попал в команду мастеров, и работаю сейчас в команде ЖТСУ. Поэтому каждому из вас этот турнир, наверное, для многих из вас он первый, и он должен запомниться на всю жизнь. А все для того, чтобы он запомнился, сделали эти люди, организаторы турнира. Я хочу вам пожелать, самое главное, крепкого здоровья, успехов в учебе, здоровья вашим родителям, здоровья нашим афганцам. И, как сказал предыдущий оратор, пусть победит сильнейший.
13 по 16 августа этого года проходил большой турнир, посвященный 20-летию Конституции Республики Казахстан. Проводящая организация явилась ветеранская организация, значит, Алматинской областной организации ветеранов войны в Афганистане среди, значит, юношей 2008 года. Целью этого турнира это, во-первых, популяризация футбола, нашего детского футбола, а также именно взаимосвязь с нашими ветеранскими организациями. Футбол, матч и вообще весь турнир прошел очень на высоком уровне. Хотелось бы поблагодарить футбольный клуб ЖТСУ за помощь, оказанную нашим ветеранской организации, а также всем тренерам выразить большую благодарность, потому что все-таки без тренеров сами дети такую подготовку бы не прошли, а каждая команда показала очень достойный футбол, и поэтому все призы и подарки, которые были вручены детям, каждому по достоинству, каждому по заслугам, значит, первое, второе, третье место мы выделили, команды очень мощно играли, первое место заняла команда Текели, действительно, которая показала очень хороший футбол. В будущем мы надеемся, что этот турнир будет свое иметь продолжение, мы хотим его сделать традиционный. Я думаю, на таких футбольных полях мы будем часто встречаться. Как главный судья соревнований, турнир наш прошел на высоком уровне. Судьи, аттестованные Федерации футбола Казахстана, детско-юношеский турнир, посвященный Дню Конституции Республики Казахстан, проводимый под патронажем ветеранов, воинов, афганцев, прошел на хорошем уровне. Поэтому по играм, по накалу, по страсти игры даже зашкаливало. Поэтому такие турниры нужно делать чаще. Поэтому всех призываем, чтобы помогали, организовывали такие турниры. И всем удачи!